В лагере «Буревестник» проходит профильная смена «Краски лета». Свое название смена получила не случайно, так как объединила обучающихся сразу трех факультетов Елабужского института КФУ – инженерно-технологического, юридического и факультета экономики и управления. Хотел бы отметить, что вот культурная программа, которая представлена в данном лагере, она развивает не только по своей специальности, но и по... приобщаясь к специальностям других факультетов. Студенты занимаются спортом, участвуют в конкурсах, квестах и мастер-классах. В рамках смены студенты создали эко-панно из лесных материалов, а также проектировали миниатюрные ракеты, которые потом запускали в воздух. В рамках профильной смены «Краски лета» преподаватели Елабужского института КФУ прочли для студентов открытые лекции. Диана Шилова, Лада Гильмулина, Денис Сипайлов, Универньюз.